Самое интересное, прокинул таз с водой. Теперь воды нету. И вода бежит. И пони пришел смотреть, что же это бежит. И теперь исследует, а какая тут грязь произошла. И можно ли здесь, что дальше в этой грязи возможно. Ага, сейчас еще, наверное, будет переворачивать все, что возможно. Да, пони, конечно, возмущена. Как это так? Свинтус взял и переворачивает таз. Да, но свинтусу интересно перевернуть. Да, а второй все-таки что-то ищет, какие-то ветки, что-то там вкусненькое. А этому же он искал, что там на дне таза, и решил себе упростить работу, перевернуть таз и все-таки посмотреть, а что же там на дне. Можно ли что-то выловить? Но что-то не очень. Что-то не очень. А воды-то уже и нет. Вот так вот. Ну, в общем, он доволен сам собой. Пошел себе гулять. Исследовать обиталище.